писали, мы тут вот это половина отделения. Согласно ревизии ИКРУ, мы имеем 700 тысяч гривен убытков по финансовым нарушениям и 1 030 000 это недостача. То есть это ситуация, когда акты подписаны и подрядчиком, и заказчиком, и технадзором, а на объекте нет, соответственно, работ, либо стройматериалов, либо, в частности, вот системы кондиционирования, например, на 430 тысяч. Система кондиционирования по актам в 2014 году, в апреле 2014 года, закуплена и установлена. Хорошо, нет. Значит, на двухэтажное здание хоспис и плюс к нему хозблок Евросоюз в конце 2012 года выделил деньги конкретно на строительство. Там предполагалось, если в гривны считать, тогда по 10, в районе 7,5 миллионов гривен на вот реконструкцию бывшего штаба воинской части и на пристройку к нему хозблока, и, соответственно, включая все коммуникации, ремонт, окна, двери, ну, все полностью, и благоустройство территории туда же. Тогдашний глава районной рады Любимов и директор тоже тогдашний агентства Шевчук подписывают соглашение о том, что неплохо было бы для того, чтобы добавить туда 5 коек, увеличить стоимость проектов на 100%. То есть проект стал стоить не 7,5 миллионов гривен на тот момент, а 15. Есть люди, которые подписали эти документы, ну, тоже, я думаю, тут дальше следователю разбираться. Фактически стоимость его на 2013 год составляла летом, да, там 15 миллионов гривен. У нас работали три представителя КРУ, один проверял непосредственно, как работало агентство с бюджетными деньгами, ну, то, что касается зарплат, командировок и так далее. Второй проверял финансовые движения по вот этому проекту, связанные с хосписом. То есть в соответствии с актами, чего нет, какие работы, там, еще раз говорю, стройматериалы, оборудование. И мы полякам обещали кровь из носу до конца года этот проект запустить, хоть как, потому что, ну, иначе действительно будут штрафные санкции, и просто Украина обязана будет возвращать деньги. То есть она уже бы обязана, пока все это держится так сказать, на переговорах, на разговорах, на обещаниях, все это еле держится. Они в любой день могут попросить вернуть обратно все деньги, пока, ну, вот 5 месяцев пока держим. То, что государство было обязано вот по контракту с поляками, Украина не должна была участвовать в стройке, в том смысле, что никаких денег не должно было быть. Это вот эти дополнительные 7,5 миллионов, это уже то, что придумали Шевчук с Любимовым. А участие Украины — это 2 миллиона гривен на закупку вот как раз кроватей, противопролежневых матрасов и прочего оборудования. Там нужны стиральные машины, нужны телевидение, нужны телевизоры в палаты и так далее. Там, ну, куча мелочев. У людей было 3 года проекта. 3 года. Деньги в евро. Можно говорить, что там 3 миллиона гривен было в плюсе на курсовой разнице только. То есть были деньги в евро и было 3 года. Можно было отремонтировать это здание спокойно за это время и перерезать ленточку, и еще бы получить медаль на шею, что называется. Я думаю, ну, все банально, погубила жадность. Ну, дальше уже следователь разберется. Так, что касается следователя, дело передано, я обращался к областному прокурору, и он по моей просьбе передал дело в областное управление полиции, поэтому теперь следователь из Ужгорода занимается этим делом. До речи, оппоненты, они не пишут скарги, не звертаются в прокуратуру. Пишут, Василий Васильевич, пишут. Бумага не краснеет, пишут. Пишут и в НАБУ пишут, и в СБУ, и в Генеральную прокуратуру, и в наши СБУ пишут. Куда только не пишут. Хожу на допрос и каждый раз отвечаю, что я... Справу не открыли еще? Нет, потому что тоже и... Ну, всем смешно, Василий Васильевич. Всем смешно. Очень надеюсь, что вся эта ситуация у нас до конца года разрешится, что мы откроем хоспис. Я вот, собственно, только вчера вечером приехал из Словакии, там осматривал хоспис, который функционирует. У них такой очень, ну, если можно так применить, такой очень домашний, очень-очень уютный такой хоспис, очень, очень красивое заведение.
Хотя у них достаточно старое здание, я даже не знаю какого года. Очень красиво, много цветов, много растений, очень зелено, очень тихо, спокойно. Мы должны постоянно находимся в диалоге с поляками. Они тоже, конечно, недовольны они этой ситуацией, но строим. Я думаю, может быть, им вот если сейчас у нас еще мы вот этот месяц протянем, выделят деньги, если все хорошо, и выделят деньги и объявим тендер, может быть, чуть-чуть они как-то подуспокоятся, получать. Не знаю, я очень надеюсь. Василий, мы стараемся, очень много стараемся. Поверьте, меня и областной совет контролирует, и областная администрация, и районная администрация, и районный совет виноградовский, и полиция, и прокуратура, я уж не говорю, что поляки тоже. Со всех сторон каждый день приходится на миллион вопросов отвечать всем, вот, говорить. Ну и вот сейчас вам на камеру говорю, в принципе, то же самое, что говорю. Мы делаем все, пока идем, что называется, по расписанию, пока успеваем. Василий Васильевич, пока, если все как рассчитывали, то действительно все у нас получится.